Всем привет, меня зовут Артур, и сегодня мы продолжаем познавать Буль в лестнице в Mortal Kombat Complete Edition, проходя в нем лестницу. На этот раз за... На самом деле, со скольки мы уже прошли? За восьмерых, да? По факту я умею, ну, что-то дознаю еще за семерых. Да, еще за семерых персонажей я что-то знаю, то есть я умею... Более-менее так сражаться за 15 персонажей. Ну, отдаю предпочтение, конечно, только нескольким, но что-то знаю только за 15. Ну, ладно. Сейчас эта серия у нас будет за одного из моих любимых, за Sub-Zero. Я, кстати, за него прикольный джаггл выучил. Вы его видели, в, если вы смотрели историю, как я проходил, вы видели его. Я выучил его буквально только, проходя историю, собственно. Сейчас надо разогреться немножко. Тихо. Не знал, что делать в этот момент. Да, вот это он самый несложный, тут главное вовремя делать шаги. Тут просто если не сделать шаг какой-то один, то все может запороться. Стрельнее. Оу. Что она даже блок не поставила. А. Если будет несколько Sub-Zero драться, это особенно в онлайне, это может затянуться аж на всю эту самую. Так что такое? Твою мать. Как там было? А! Ну почти. Да, это... Хотел предупредить, что эта серия может быть слегка скучноватой в плане моих комментариев, потому что мне что-то как-то настроение сегодня не очень. Но она зато будет в плане боя более профессиональная, так сказать. Черт. Дай тебе налево. Ульф. Я не знаю за него больше никаких других джаглов на самом деле. Может быть, есть еще какие-то, но я не уверен. В принципе, этого достаточно. Есть вот простенькие самые, то есть без прыжка в начале. А, что ты сделал? Мне еще нравится начинать вот так. От собака. С экспой. Ух ты ж. Как же ты успела? Ой. Ух ты.
Вот так, пускай будет. Извини, Вульф. О, два Саб-Зира. Ну, тут вряд ли, конечно, бой затянется на всю, сколько там? Все 90 секунд. Он может затянуться только в онлайне, я думаю. Офигеть, посмотрите, что вытворяет. Тихо. Окей. Что за... Что? What the fuck? Окей. Он, видать, там... Он успел поставить свой клон в миллисекунду. Я его заморозил. Ой. Да что ты будешь делать? Я ж прожал. Ладно. Не страшно. В принципе-то... А, не успел. Блин, зачем я нажал присесть? Блин, этот джагл довольно мощный. Посмотри, сколько он забирает. 31%. Это довольно неплохо на самом деле. А! Это, конечно, не 50 там процентов, как у Сайрекса. Но, тем не менее. Это тоже что-то. Три таких джагла, там останется буквально пару раз рукой шлепнуть по щеке и все. Так, Лю. Ёлки. Вот это неожиданно было. Тихо! Это тоже было очень странно. Что-то я, по-моему, Лю Кэнга одним и тем же валю. Да, Саб-Зиро, это Саб-Зиро. Саб-Зиро клёвый, конечно, ничего не скажешь. Тихо. Да, собака. Не знаю, я захотел вот так. Ау. Что ты будешь делать? Какой-то он в этом раунде пожестче будет. А! Ну ладно. Да, именно так. Можно немножко разнообразить и сделать вот так. Как вариант. В принципе, когда знаете механику игры, то выдумывать свои джаглы не так уж сложно. Я, в принципе, не выдумываю ничего. Но вот, допустим, как пример Кабал, за которого я не умел играть совершенно. Я просто увидел, ну, в истории, вот, когда, если вы видели опять-таки историю, вы могли видеть, что я просто подобрал пару приемов.
И потом просто их объединил в джагл. Механика игры довольно простая. Тут, если прием состоит из трех ударов, ну или из двух-трех ударов, да, то можно, если прожать эти приемы, собственно, быстро, то там сразу понятно, что он... Можно прожать, допустим, сразу после этого еще один. И он их объединит, в общем-то, в джагл, так называемый. Ну, вот, допустим, на примере Sub-Zero. Вот, видите, этот удар мечом, и потом потом заморозка идет. Этот, получается... там, по-моему, он состоит из... трех ударов, то есть мечом, и какой-то еще удар можно сделать ногой, по-моему. Но если его не делать, этот удар, можно использовать, собственно, заморозку. И он сразу после этого... сделать вот это. В общем-то, не знаю, я объяснил очень плохо, конечно. Потому что я пытаюсь еще следить за боем при этом. Ну, в общем, суть такая, что тут механика довольно простая. Тут если взять какой-то любой прием, состоящий из двух-трех ударов, то можно спокойно, если прием из трех ударов, то на второй удар делать какой-то спецприем. Ну, даже на третий можно, если быстро прожать. То есть все довольно сложно. Странно. Раунд 1. Файт! Блять, не успел. Я не попал. Блин, Соня, юркая, да усрачки просто. Думал, попадется. Ого, вот это было довольно любопытно. Я думал, не успею. Я. Сволочь. Я. Офигеть. Чем можно и проиграть Сони, вы смотрите. Вау. Я. Вообще запросто можно проиграть. Угу. Ну ладно. У меня сейчас нету настроения, чтобы беситься от этого. Все попало. Вообще все.
А! Сабзира, слишком долго. Там было дальше, я думал, что карта закончилась. Соня, я, в принципе, за тебя тоже умею играть. Идет время, и за тебя пройдем. А, попало. Ух ты. Меня убила пыль в глазах. Раунд 2. Файт. Или пудра, что там. Блин, слишком долго. Да, блин, я же уже нажимал-то присесть, ну господи, боже мой. Соня, конечно, тоже. Прессер еще тот. Ау. Да, блин, запорол. Офигеть. Приземлился ей прямо на ноги. Ну, тем не менее, серия получается такая, чуть более собранная, чем обычно, по-моему. Черт. А потом, наверное, пройдем до Скорпиона, раз уж на то пошло. Ой, не то. Вот этот прием прикольный тем, что он немножко отталкивает врага. Точнее, просто отталкиваешься от врага. Офигеть, и не убил же еще. Дела. Мы уже даже
добрались до Шансунга такими темпами. Будет быстро довольно. Хотя самое быстрое, собственно, прохождение лестницы у меня было за 10 минут. Ах, твою мать. Зачем я его отпустил? Ого. Вау. Ух ты, ё-моё, вот это было очень красиво. Значит, тебе повезло, Шансунг. Я на таком расслабоне сейчас играю. Просто избил меня, как ребенка. Капец. Ой. Я хотел точно так же, как он это сделал. Не получилось. Вот, блин, вот только не ты. Вот кто угодно, кроме тебя. Не вижу. Тем не менее, я успел тебе дать по голове, ублюдок. Так, ну, это будет довольно быстро, я думаю. Гору, этот Шаокан. Достаточно недолго. А то, может, еще и в сухую. Хотя, нет, в сухую не будет. Тихо. Ау! Может быть, теперь будет сухую? Ну, конечно. Сухую он захотел. Ну, то, что этот засранец ни разу не победит, это уж точно. Не знаю, может быть, есть какие-то джагы на большее количество хп. Но меня устраивает. И этот. Он вполне себе эффективен. Тем более до него я вообще делал его совсем просто. Там, наверное, процентов на 20 от... было всего-навсего. Отлежался. А! Вот тебе моя нога. Модернизированная мечом. Главное, чтоб их средства не запилил. Быстро подбежал.
Ой. Сейчас. Я бы даже сказал хер. Ой, что я делаю? Это же Шалкан. Господи. Вау. Раунд 2. Файт. Могло бы получиться что-то довольно красивое, я думаю. Рано. Совсем рано. А! Зачем я блок убрал-то? Давай же, шура. Да сволочь. И почему ты, блин, император, а? Ты же ж ничего не умеешь. После победы над Шалканом, Саб-Зиро узнал от Рейдена правду, что Лин Куэй были полностью виновны в гибели их семьи Саб-Зиро и семьи Скорпиона. В ярости Саб-Зиро предложил Скорпиону шанс разделить свой поход во имя мести. Сила огня и льда были объединены. Поднялся шторм мстительной ярости, когда они убивали своих врагов. Когда правосудие свершилось, Саб-Зиро и Скорпион отошли в легенду, выходя из мрака, чтобы отомстить за невинных. Силам тьмы никогда не остановить этот смертоносный альянс. Такие дела. Как обычно, те, кто были заклятыми врагами, стали лучшими друзьями. Ну ладно. Давайте на этом тогда закончим эту серию. Надеюсь, вам понравилось. Что сказать, мне, в принципе, больше нечего. А пока оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Все. Всем пока. Удачи.